Всем привет! Собираемся в Геленджик. Короче, ребят, мама заставила меня свести татуировку с правой руки, которую я делал для видео с итальянцем. Теперь у меня чисто остался след от Dark, и вот тут череп был нарисован. И ты что, короче, расстроен этим под лазером пришлось вчера выводить, но не вылилось. С таким лицом еще серьезным. Я не расстроен, но как бы, блин, все равно как-то досадно было тратить 1500 на татуировку, а и 2000, чтобы сводить. Татуировку. Куда ты сегодня собралась? Я в Геленджик. Геленджик. Сегодня день защиты детей, и Лисюшенька у нас пошла на праздник, который делают ее развивашки. Сегодня бесплатный праздник. Это праздник с чаепитием, и сказали, что будет очень весело. Видимо, будут какие-то развлечения. Я все забываю вам рассказать, что же со мной произошло. Помните, меня все тошнило? Многие пишут: Юля, ну что с тобой, как ты себя чувствуешь? В общем, все хорошо. Меня реально укачало, я отходила 3 дня. Все, больше моей ноги не будет на этих аттракционах ужасных, отвратительных. Так что и вам советую тоже их избегать, если у вас есть какие-то такие же проблемы, как у меня. А то, знаете, вот меня никогда так не укачивало на 3 дня. А вот тут укачало, и все. Ты опять про свою беременность рассказываешь? Лёва, нет, я не беременна. Зачем скрывать это от подписчиков? Я не беременна. Я вам серьезно говорю, я не беременная. Ну все взяли. Спустя 3 часа. Блин, опять что-то забыло. Да я не могу снимать эти. А во втором 3 майки, 3 трусов. Он же что, вспотеет, и все, надо все переодевать. Я думала, перегруз будет. Нет, я худенькая. Я тут. Вы не думаете. Расскажи о своей беременности. Какой месяц, какая неделя? Так, замолчи, я не беременная. Да, она вчера в консультацию ходила, я знаю, анализы сдают. Да. Мама! Мальчик будет или девочка? Давай двойняшек. Шуточки такие у вас, что-то я вообще не могу. Двух мальчиков. Какой результат УЗИ? Так, я Свистенья. Мама! Я вообще не понимаю, куда мы собрались-то? Холодина, ветер дует. Ну, мы же оделись. Оделись не по сезону. Я вообще не по сезону. Такой ветер. Я по сезону, но не по погоде. Давай. В общем, у нас все серьезно. Багажник уже установили. Я все складываем. Тут вода. Банан. Да не надо. Забрала Алисюнечку после праздника. Ей шарики подарили. Еще там всякие штучки подарили. Какого-то маленького жирафика. Ну, видимо, ластик. Дай жирафик. Да, Лиси. Он у меня в сумочке. А это она с собой брала игрушки. Вот это? Опять жадничала, не давала ребяткам играть. Вот он, жирафик, такой хорошенький. Я таких еще не видела ластиков красивых. Меч? Доча, усаживайся. Так. Всем удобно, все хорошо? Да. Последний раз спрашиваю. Всем удобно, все хорошо? Да. Как всегда, по традиции, что-нибудь нужно купить на заправке. Ну что, что-нибудь нравится? Помнишь, на заправке, может, какая-то другая? Я Алисе предлагаю купить вот такой набор с динозавриками в мире животных. Будешь брать? Да. Покажу вам, что мы купили. В общем, взяли 2 чая лифта в дорогу больших. Алиса взяла себе вот такую принцессу. Пони. Sparkle Girl. Потом взяла себе пони, искорку увидела. Я же сейчас играю в пони. Нужна вот она и срочно. И вот такую купила она набор все-таки. В мире животных с ландшафтом. Здесь пальмы и горы. Ну и взяли чипсики. Что тут еще? Вот такие штучки я взяла. Ромстик. И я это взяла. И Алиса еще выяснила. Да. А Орео? Орео. Чупа-чупс и Орео. Но я думаю, что она сейчас ляжет спать, и ей будет уже не до этого. Да, Алиса? Ага. Я на море поиграла ландшафтом. Хорошо. Алису на 4-ку положила, она уснула. Все, в отрубе ребенок. Куколка, шарик, нет, еще крепко держит. Надо убрать животное. Все, спит. Не-не-не, все на месте. Все твое. Обувь нужно снять. Пусть ножки отдыхают. Get it back to me.
110 километров еще до Киллиджика. 110? Да. Ну, уже природа радует глаз. Все зелено, пушисто, колых упор нету. Все в растительности. Деревья прямо. Вот, видите, какое все. И трасса пустая. Спокойно едем, мы еще ни разу в пробке не стояли. Бери Алису сначала. Да хвалюшки весь, уйти, блядь. В общем, мы остановились на заправке, на еще одной. Называется она «Подсолнук Роснефть». Ну, мы просто уже устали ехать. Осталось чуть-чуть, но мы устали. Сил нет, ребеночек. А как вы из Челябинска ездили раньше? Что, а? Ноги, да? Как из Челябинска? Я-то нормально, это да? Они там сзади полускрюченные. Лёва, а ты что, как, нормально? Я нормально, да, вообще кайфую. Тебе не жарко в эти штаны? Давай переоденусь. Слушай, они ему так хорошо вообще. Что, штаны? Ой-ой-ой. Прямые кроссовки смотри, как в тему. Ему все в тему. Пойдем, дочь. А, обувь у нее не одета, блин. Вот мамаша. Давай, я тебе обувь одену. Я сейчас с той стороны подойду. Алиса! Ну куда ты, блин? Сейчас все носки будут грязные. Мороженое в коробочке. О! Можно открыть здесь, а можно просто снять. Смотрите, удобно, и здесь не будет ничего капать на ручки. Конечно, можно, аккуратно только. На руки ничего не будет капать. Смотрите, как сделано оригинально. Прикольно? Вкуснятина, пломбирчик. Понравился? А еще там пломбир. А ты свой ешь, кстати, у тебя сейчас таять уже начнет. Еще там есть пломбир, на левую покушаешь. Да? На левую покушаешь. Я так. Вот пикник взяли, Милку, Milky Way, Алиса игрушки светоскайп и вот такую мороженку она взяла, Джангли. Что, Леша, что случилось? Что случилось? Да, ждет нас, похоже. Сейчас мне забомбили. Кстати, вот эта булочка вкусная, Алиса. Я взяла кофе. Она хрустящая. Кафе написано, кстати, не кофе, а кафе. Не делай так, пожалуйста. Ну, с Питера едет. Ну все, ребят, стоим в пробке. Короче, перед нами там кто-то врезался, вон гаишники, ДПС. Трэш. Трэш вообще. Что там произошло, не знаю. Сейчас посмотрим, что там произошло. Вот ДПС. Ой, собрали. Ого! Смотри, жопа смят. Ничего себе. 4 машины. Обалдеть. Гнали? Куда они гнали-то так? Ну все, мы в Геленджике. И вот я сразу вспомнил, как мы в том году были. Вы помнишь, вот этот хвойный лес? Да-да. И в этом хвойном лесу, короче, вот эти вот дома, гостиницы, все эти. Привет всем, подписывайтесь на мой инстаграм. Мы ехали 3 часа. Вот за 3 часа мы добрались к Краснодару. Геленджик, вижу, Золотая бухта, да? Да. Мы сейчас ищем наш отель. Мы остановились, там хотим надо остановиться в отеле Круиз. Мы уже забронировали. Там надо было, видишь, спуститься. Мы можем здесь спуститься, вот написано. Отель Круиз. Там надо было мне. Да. А я сюда поехал. Мы забронировали большой номер на всех, чтобы уже в этот раз не разделяться, чтобы вместе быть всем. Мы приехали уже? Нет, все? Да, мы приехали, солнышко. Давайте будем все вместе. Будем все вместе. Водителю аплодисменты, вот он, Алиса. А сколько там туалетов? Привет. Молодец, Леша, довез нас. Без происшествий. Еще бы не хватало нам. Ага. Вот он, отель Круиз. Круиз. И у нас прям прямой спуск будет к морю, да? Да. На набережную, класс. Чу-чу. А он меня не понимает. Да все нормально, он тебя понимает. Вы опять поссорились, что ли? В общем, большой, огромный лифт, прям огромный. Ну, все мы вошли. И мы с тобой поссорились. На 13? Еще килограмм, тонну удерживаю.
Стой. Чеки. Что-то не фонтан. Помыть надо, значит. Так, приехала ревизора. О, ребят, дай трочек сразу проснулся. Это наш пиво. Как не? Рассмотрим. Панорамные. Юля, сделаешь мне пару фоток в портретном режиме для Инстаграма? Это же вообще классно, да, Юля? Это вообще колесо обозрения видно. Смотрите, как блин, здесь все классно. Вот сам номер такой, знаете, ну старенький. Вообще, но какой вид. Вообще, и сама задумка очень крутая. Очень крутая. И даже колесо обозрения. Вот сегодня можно сходить. Мам, ну прикольно же, да? Только старенькое, да, все такое? Воздух не свежий. Савдеповская. Не, ну не совсем. Не важно, нам главное место. Место и какой вид. Это что, не все еще? Слушайте, ну реально красиво. А где вы там ходите? Что там за стекла? Еще одна комната. Так, Леша тут уже забронировал за нами, похоже, да, Алис? И шторки везде, шторки. Слушайте, ну неплохо. У нас огромный номер, больше 100 квадратов. Вот на всех. Это у нас? Да. И по цене вышло то же самое, мам, что если бы... Это наша комната, да, это весь наш номер. А по цене вышло то же самое, что если бы мы брали два раздельных номера в этом отеле. Мне очень нравится. Прям очень-очень. Че, Леша? Грязно все. Грязный? Очень грязный. Да. Ревизора? Так, ревизора не одобряет. Ладно, одну ночь то уж переночуем вот, здесь. Две. Где мои перчатки белые? Сейчас я быстро пойду. А вон там и взяли. Леша, перчатки ищут. Так. А вот, сынок, зря ты перчатки пыль. С тобой не будет. Ребята, здесь все в пыли, стол не мытый. Я вообще в шоке. Лайнер. Вот понимаешь, люди годами вот копят денег, чтобы приехать сюда отдохнуть, да. А номера такие грязные. 16 тысяч рублей сутки стоит номер, да? Да. 16 тысяч сутки. Ну это за 6 человек. Ну какая разница? А то, что? Это, грубо говоря, 16 разделить на 6. Так и хочется взять тряпку. Как я люблю Геленджик, мой любимый город. Я здесь, я не было 11 лет, когда я сюда приехала. Хотел дорожку участвовать. Я забыл зарядник от камеры, не зарядил ее. И вообще, смотрите мой инстаграм. Ты что тут уже устроила? Это не я устроила. Ты нашла шкафчик, который все складываешь, что ли? А что ты нашла? Вот. Только это же твое. Вот. Все твое. Я думала, ты что-то реальное нашла. Мы нашли форточки. Думали, что их здесь просто нет, но оказывается, форточки есть. Смотрите, как интересно открывается. Но я такое вижу первый раз. Вот. А это наш вид из окна, из нашей комнаты. Просто шикарный. Елочки кругом. Бассейны, правда, вот еще не наполнены. А я даже не знаю. Нам говорят, что у нас тоже есть у этого отеля бассейн, но мы еще туда не ходили. Очень красиво. Вот это вообще очень красиво все подобрано. Что крыша одного цвета, домики одного цвета. Прям супер. Прямо супер-супер. Леха уже расположился. Для работы с собой взял ноутбук. Это будут наши две кроватки. Ну, в общем, на одной буду я с Алисой, на другой Леша. Но, в принципе, мы будем вместе. Мне все нравится. Все нравится. Но есть такие вот недостаточки, типа пыли вот здесь, да, допустим, вот на этих местах. А так в целом нормально. 3 звезды. Этот отель 3 звезды, да, Леш? Да, наверное, он 3 звезды. Цвет настроения синий. В руках мартини, а... Что там дальше? Не помню. В руках бикини, а внутри мартини. А, ну ты в теме, я не в теме. Стрекое море, а? Ну класс. Кстати, у нас бесплатный пляж. Бесплатный пляж? Да. Ребята, давайте для подписчиков
30 отжиманий. Вы готовы? Да. Да, Лиса, он отжимания делает, что ты делаешь? Блин, сейчас все вместе упадем. Лёва, держи ее крепко, держи ее крепко. Лиса. Так, переодеваемся. Лиса. Платье снимаем. Просто вот так укрывающе. Чтобы это не было холодно. Зайка уже играет во всем. Куколками своими. Как классно, мам. А что это такое черное? Вот это черное, это что? Где ты это взяла? Да, паутинчики. А, это салфетки, что ли? Сухие. Поняла, сухие салфетки стали мокрыми, да? Мы с Алисой оделись тепло, взяли кофты. А, все одеты, смотрите, как по-летнему. Не знаю, я вообще мерзляка. Мы вообще-то на юг приехали. Здорово всем! Подписывайтесь на мой инстаграм. Достала. Мама не может пройти мимо. Все, мама не может пройти, ей нужно все это показать. Нельзя ни в коем случае. Нельзя здесь трогать, отрывать. Сильно просится. Знаете, куда? Куда ты хочешь? Дом, я к дому. А вот смотри, у нас же из окна его видно. И она увидела, говорит, все, я туда хочу. Пойдем. Смотри, можно я еще схожу на другие аттракционы? Можно? Ты даже под ней не пройдешь. Здесь машина висит вверх ногами. Смотрите, даже мусорка есть. Ну что, пошли, дочь, пойдем, не бойся. Заходим. О-о-о. Мы, по-моему, были уже в таком, да, Лисюня? Да, были. Были. Карандасики, можно потрогать их? Карандасики, а как же я тебя подниму-то, карандасик ты мой? Ну давай, вот давай я тебе ручку. Ты еще игрушек набрала. Ну, конечно. Достала, молодец. Ну что стоило маме тебя поднять? О, Алиса, айфончик, смотри. Вау, яблочный айфончик. Можно я попотрогаю? Ну, потрогай, поднимайся. Сможешь достать? А что случилось? Ой, а ты держись руками крепко и поднимайся. А, все. Ну, пойдем, я тебя буду подстраховывать. Пошли, поднимайся. Давай. Там ухо убитое. Да, Лиз, да что такое, а? Пойдем вместе. О, я помню, в Анапе дом прямо шатался сильно. А здесь в ту сторону. Тоже шатается дом? В ту сторону. В ту сторону. А в Анапе сильно прям шатался. Мы ходили и думали, все, сейчас он упадет на нас. Вместе с нами сейчас, думаю, перевернется. На-на-на. Так, а это что такое? Телевизор, счастье. Блин, все подо мной скрипит, я боюсь. Так, ну давай быстренько все посмотрим, да давай уже отсюда делать ноги. Ванная, точно. Класс. Туалетик, да, унитазик, коврик. Все тут есть. Даже мусорка есть. Даже мусорка есть, точно. О, какая кровать. С покрывалом, да, Лисюня? Какой ковшик красивый, с рыбкой. Ой, мне понравился, я бы такой домой даже хотела. Я тоже, я бы с ним играла. Классно, ты бы играла в ванной в раковине. Ой, не знает куда. Алиса, что ты хочешь? Расческу, да она приделана же. Она закреплена, Алис. Маленькую штучку. Какую маленькую штучку? Черненькую. Губка, что ли? Вот это? Не. О, боже мой. Мы с тобой хулиганы. Точно. Все нужно делать так, как было. Оп. Да? Сказан. Пока, домик. Нет, сказан, у тебя пауки. Просто я видела там паука. Да? Посол. Тебе понравилось или так? Нет. Не понравилось? Лестница из-за всего этого. А, что лестница сильно крутая, да? Ну да, еще вот так крутился. Ой, ладно. На. Ну, сейчас мы точно все растеряем. Нет, спадает. Давай. Покататься хотим. Нет, мы идем дальше. Ну все, Леша сейчас точно разорвет нас на части.
Алиса, пойдем кушать. Даже не слышит меня. Ой, какая я, ой, какая. Алиска, пошли. Магнолия. Прямо на улице меню. Дети где-то плачут. А, да, мы здесь кушали в прошлом году. Точно, смотрите. Меня зовут Тимур. Вы наелись? Да. Накушали? Да. Вы мясо едите, что ли? Да. Ой. Ужасный ветер, смотрите. Хорошо, что мы взяли кофту, но это просто ужас, ужас, ужас. Нас сносит. Все, смотрите, шарики уже убрали. Все идут домой, продавцы. Ой, сколько тут всего, какое все красивое. Давай только такое, чего у нас нет, хорошо? Что у нас не продается. Вы смотрите, кого же мы выбрали. Это крокодильчик, его можно повесить на стеночку. И он такой реалистичный. Фанатка крокодильчика. Пойдем уже в номер. Ветер начинается. Как не можно не любить этот город? Вот как? Завтра в 11 соберем. Здесь вход? В 11 ночи? Я думаю. Салют, салют, салют. Где, где, где? Смотри. Это свадьба. Мы сегодня приезжали, там свадьба, да. Там парк-отель, я забыл, как он называется, короче, тоже классно. Нет, нет, нет. Там отель хороший. Вот увидели за 1000 километров. Нет, тут красота, смотри, какая, да? Ну, у нас классный номер, все равно. Смотри, весь город как на ладони, все в огне. Колесо обозрения, все видно. Класс. Смотри, какое оно красивое. Я... Ну, круто, круто.